Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня мы с вами посмотрим такую игрушечку, как... Ау! The Bleed Pixels. Про девочку с конечностями, как я не знаю, как у наших тиммейтов по команде. Опа, можно делать двойной прыжок, это хорошо. Я люблю двойные прыжки. Так, сразу хочу сказать, что... Так, секундочку, вот так делается. Так, я уже проходил на самом деле обучение. Я не знаю, почему тут опять меня обучают чему-то. Вроде бы меня всему уже обучили. Короче, это видео будет посвящено тем, у кого сегодня день рождения, так сказать. У одного из подписчиков сегодня день рождения, у Хамидулина. Вы его знаете по... как это делается? У Хамидулина вы его знаете по прохождению Darkest Dungeon. Его ником у нас... Да как это делается, господи? Его ником у нас называется персонаж. Вот, он мне сообщил, что у него сегодня день рождения, и я решил... смотри. Надо задержать. Понял, господи, я не умею читать, судя по всему. Он мне сообщил, что у него сегодня днюха, и я решил таким вот образом сделать ему подарок. Посмотреть на такую вот игрушечку. К тому же я очень давно хотел посмотреть эту игрушечку. Она у меня уже очень давно лежит на жестком диске. Она мне, знаете, что напоминает? Она мне напоминает немножко этого, как называется, господи, Мидбуя. Почему именно Мидбуя? Там дальше вы поймете. Так, надо сохраниться для того... Для этого надо остановиться, и тогда она сохраняется. Мне это говорили в обучении. Короче говоря, игра про девочку, которая пытается выбраться из своих кошмаров. Неужели в ее кошмарах она... О, да. Игра чертовски кровавая, прямо как в Мидбой. На Мидбой там в основном наша кровь. А здесь кровь наших врагов будет в основном. Очень тяжелая, очень кровавая. В общем, все как мы с вами любим. Так, если мы остановимся, будет чекпоинт. Давайте попробуем чекпоинт сделать в каком-то более логичном месте. Получи. Ой, 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 ой. А, ого-го, он умеет. Офигеть. Но мы умеем делать вот так. И вот так. Получи, черт. Да, там говорили, что нужно приседать, когда такое происходит. Так, если зажать кнопку... Оу! Зараза, если зажать кнопку, то получится вот такое. Отлично. Чтобы делать всякие подляны, на это надо, конечно, тренироваться. В баню. А, скотина. А, наша первая смерть. Вы посмотрите, та хрень разнесла все к чертовой матери. Так и не сохранились, между прочим. Надо было сохраняться, пока предлагали. Так, играется это все на джойстике. Можно играть и, в принципе... А, вот как это делается. Можно играть, в принципе, и на клавомыши, но... Но нет, это платформер, который явно надо играть только на джойстике. Уть, получи. Так, вот так. Отлично. Надо какие-то более изощренные методы убийства здесь придумать. Сохраняемся. Не понял, что значит блокировано. Это из-за врагов, а здесь... И чекпоинт, хорошо. Уть, получи. А, как мне вас, а? Отбросить туда, куда... Ау, туда, куда я хочу. А если я вот так сделаю? Так она тоже бьет, ну, понизу, да? То есть, вот так. Угу. Ай, да чтоб ты сыром срал, скотина. Блин. Он сам умер. Хорошо, подходит. Так, когда я останавливаюсь, она бьет ногой. Если я буду бежать и буду нажимать удар, она сделает вот такую штуку. Если я зажму Б, то она сделает... То она подкинет кого-нибудь. Я понял, то есть сделать вот, вот так. Дальше мы можем немножко передвигать наших врагов для того, чтобы скинуть их туда, куда нам нужно. Так, эта срань сейчас рванет. Получи, засранец. Та, елки зеленые. То есть, чтобы кого-то откинуть, надо просто остановиться. Сохраняемся. Отлично, надо просто остановиться, и тогда она ударит ногой. Я не знаю, куда идти на самом деле. Я... Смотрите, там на фоне череп Ктулху. Давайте пойдем сюда. Я не знаю, почему, кстати говоря, у нас есть зеленый прыжок. Надо там не забывать. Вот так. Засранец выжил. После такого не живут. Ах ты, зараза. Что это вообще за... А, видели, там уже пилки-то появились.
Так, мы можем на самом деле придумать более извращенный способ его убить. Я предлагаю закинуть его на пилу. Получи, засранец! Да! Черт возьми, это круто! Так, приси... Ау, зацепило, да, чуть-чуть? Хреново. Ага, это тоже можно убивать. Ой, 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 ой. Где-то подальше надо сохраниться. Я не хочу здесь, здесь уже есть чекпоинт. Нужен какой-то... черт! Сволочи! В баню пошел, в баню! Блин, это офигенно. Вот чем, почему она мне... вот чем она мне напоминает Мидбоя. Мидбоя, конечно, не было как таковых сохранений. Пошел в задницу! Не было как таковых сохранений, но, видите, здесь вот есть такие похожие места, как Мидбоя, когда надо паркуром заниматься. Это хорошо, это мне нравится. Давай, нашипы его. Даже, возможно, она где-то покруче будет, чем Мидбой. Так, мы можем цепляться своими клешнями. А, там, я понял, там поверхность, которая нам не позволяет зацепиться. Окей, хорошо. Нам нужно делать рядовый прыжок, надо об этом не забывать. То есть мы можем зацепиться сюда, сделать так и вот так. Отлично, это работает. Что это за карта? Карта с клешнями. А там будет рассказываться о том, как эффективнее пользоваться ими или как? Наверное, да. Было бы неплохо, чтобы какую-то такую же... Какое-то такое же руководство получали наши тиммейты по команде, правда? Ау! Ау! В итоге я попал уже на свое же оружие. Блин. Так, мы, получается, получаем какие-то... Черт! Скотина зацепила, походу. Мы получаем какие-то очки за убийство их, правильно? Поэтому я думаю, стоит их убивать. Смотрите, там наш труп, офигеть. А в Мидбое, по-моему, труп не оставался, я не помню. Или оставался? Уа! Да, лучше уже было просто зажать и бить его к чертовой матери. Давай, залазь! Так, так, вот так. Отлично, просто, просто великолепно. Кругом мясо и кровища. Так, давайте где-то здесь мы сохранимся, раз уж такие дела. Я, конечно, сохранился бы после того, как навалял бы этим двум ублюдкам, но что поделать? Ну вот, вот, вот как так? Ладно, хорошо, сам виноват, согласен. А как иначе это сделать? Вот как-то вот так, да? К этому надо привыкать, конечно. О, хорошо, вот это было мощно. Ай, и все равно зацепился. Чекпоинт меня не лечит? По-моему, нет. Окей, у нас работает не так уж много кнопок на самом-то деле. По вот таким поверхностям мы не можем ничего сделать. Господи, что это за книжка такая была, что она... Что у нее руки превратились вот в это. Ай, и в итоге она еще уснула, и теперь мы из этого кошмара должны как-то выбираться. Сохраняемся. Отлично. На теперь этого засранца. Так, а что если я его вот так откину? Вот так откину. А потом, когда они будут лететь, сделаю вот такой вот набег на них. А! Ха-ха! Они улетели, но я мог за ними спокойно это улететь. Но надо было попытаться, но походу она просто не работает. Если я их бью ногой, они улетают дальше, чем... А, просто надо... А, я понял. То есть я бью, потом бегу, потом делаю вот так. Но, по-моему, у меня слишком мало времени на это. Черт, у меня... А вот это, узнаете, это прямо... Прямо Мидбой! Здравствуй. Давай пытаемся еще раз. А, блин. Нет, а, не получается. О, получилось! Ха-ха! Или там был просто второй, я попал по нему. Круто. Так, наш труп, я надеюсь, что ее это не смутит, блин. Хорошо, делаем чекпоинт прямо здесь, в таком случае. Ну, знаете, чекпоинтов дают более чем до хрена. Да чтоб вы сыром срали, пилы. Чекпоинтов дают более чем до хрена, это, в принципе, упрощает дело. Но, возможно, это пока. Там, кстати говоря, был выбор уровня сложности. Я выбрал, естественно, самый максимальный, который давали... Я заберу этот долбанный шарик. Самый максимальный, который давали вы... Да что ж такое... Очень медленно ездит. Очень цепкие у нее клешни. Блин. Говорю, что выбрал самый максимальный, который давали, но там было всего два. Там, по-моему, ну, легкий и средний, короче говоря.
Однако на этом уровне сложности написали, что... Блин, гениально. Написали, что твою дивизию, надо было там сохраняться. Написали, что, господи, я закончу сегодня эту долбанную фразу или нет. Написали, что уровни длиннее. Вот так. Так, здесь нужно так же, как в Минбое, проявлять чудеса акробатики. Все акробатические навыки, которые мы с вами приобрели за... Все акробатические навыки, которые у нас имеются, которые мы приобрели за время препровождения в таких вот играх, нужно вылить вот в этой игре, показать все, на что мы, блин, способны. Однако, что-то как-то не получается. Задница взяла этот шарик хорошо. По крайней мере, так. Короче, понятно, если я падаю с такой высоты, все становится слишком плохо. Черт, все, начались явные проблемы. Тагилки зеленые. Я просто не могу пройти эту долбанную пилу. Стоп, а я же могу сохраниться, разве нет? О, я могу ускорять. Я могу ускорять свой спуск. Вот таким образом. Ух. Это было больно. Окей. Вот сейчас, если у меня получится, то я должен сохраниться прямо здесь. Но перед... Вот сначала берем шарик, я сохраняемся. Великолепно. Асом. Так. Лети отсюда. Нет, вот лети вот таким вот образом. Хорошо. Я, честно говоря, думал, что его можно как-то откинуть. Было бы хорошо, если бы сделали здесь какой-то прием, а может быть он такой есть, чтобы можно было именно отбрасывать. Может быть можно, может быть я просто не знаю как. Ах ты ж сволочь. Все, там и сиди, а я сохранюсь. Да елки зеленые. О, хорошо. Оказывается, и так можно. А вот так. Ай, нет, так, так лучше не делать. О, хо-хо-хо. Вау, можно и такие штуки комбинировать. Так, слушайте, очень интересно, очень любопытно здесь все выглядит. Мне кажется, что здесь лучше не падать. Как-то это сделать вот, вот так. Ага. Шарик, я должен его забрать. Это мой гребаный долг. Так. Срань господня. Понял, туда лучше вообще не идти. Я не допрыгну, то есть у меня путь только сюда лежит. До свидания. Так, я заберу эту карту. Видите? В Мидбое примерно вот, так, вот такие же были акробатические всякие штуковины. Нас заставляли выполнять. До свидания. Слушайте, мы можем крутить вот таким вот образом еще карту, чтобы посмотреть, где нас ожидает жопа. Так, ладно. Но мы за него можем получить очки, поэтому я думаю, его нужно убить. Черт, игра офигенная. Мне очень нравится. Ты там умер, нет? Очевидно, да. Столько у меня сокровищ осталось после него. Вот так вот. Слушайте, а там уже я не мог бы зацепиться, там... Ох, как вовремя я сохранился. Я, честно говоря, даже не хотел этого делать. Я просто не заметил, что у меня было сохранение. Фак. Ага. Все, мы в относительной безопасности. Что если этого товарища закину куда-то вот туда? Отлично. Мы их сдетонировали и можем залезть каким-то образом вот сюда. Отлично, теперь... Тихо-тихо-тихо. Аккуратненько. Сюда. Теперь вот сюда. И этого просто выкидываем, чертой матери. Ау! Это было как-то слишком жестоко. Да, к управлению надо, конечно, местному привыкать. Но оно, в принципе, несложное. Если бы можно было управлять на крестовине, потому что управляется это все только на стике. Нет, нужно сдетонировать этого засранца. Хотя он сам бы сдетонировал бы и без помощи посторонней, я полагаю. О! Так, где-то здесь надо засейвиться. Вот, нет, не здесь. Тебя... Тебя в баню! Вот здесь, отлично.
Да, мы можем, в принципе, становиться на них, они нас не коцают, так что... Вполне себе. То есть я сюда шел только за этой долбанной карточкой. О-хо-хо! Фух. То есть мы своими клешнями собираем какие-то... эти... Какие-то кровавые шарики. Окей. Это какие-то, кстати говоря, не то чтобы ворота. Это больше похоже на тот самый кинжал, которым кто-то себе перерезал к чертовой матери вены. Так, сохраняемся вот здесь. И пробуем каким-то образом аккуратненько по ступенечкам дойти вот туда. Ого, смотрите, там книжка лежит. По-моему, та самая книжка, которая нам нужна. А, больно. А, смотрите, 5 из 6 карт. Я буду звать их карты Таро. Не знаю почему. Наверное, потому что они мне их напоминают. О, это был, походу, конец карты. Ладно, еще раз. Еще раз за ней сходим. Нам не сложно. Ну, хотя, как сказать. Некоторые моменты, конечно, сложноваты. Черт, гребаные кровавые шарики. О! Яй! А-а-а! Застранские шипы. Да чтоб вас всех... Слушайте, если эта карта, карта, говорю, эта книга является как последней интересная из этой коллекции, то есть мы собрали 5 из 6. Собрав эту... Уй-тя! Отдай, твою мать, то есть у меня нету как такового... времени бессмертия, что ли, чтобы я мог выбраться оттуда. То есть я один раз коснулся и сразу же за этим разом кусусь еще раз. Я понял! Ах, капец! Я просто растекся там. Хорошо, я говорю, что эта книга, она как, она является, наверное... Ай, твою мать. Она является как раз последней из коллекции, да? Вот это пятая, а книга будет шестая, наверное. Так, хорошо, аккуратно используем двойной прыжок. В самом конце вот здесь вижу сейф. Отлично. Мне кажется, что я собрал все и... Сохраняемся. Мне кажется, что я собрал... А я не могу здесь сохраниться. А здесь? Достаточно опасное место, но... Думаю, что один прыжок я совершу. Ой, 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 уа! Ну, почти получилось. Подляна такая неплохая. Так, это, похоже, самое сложное место сейчас у нас будет. Короче говоря, я когда выбирал уровень сложности, мне предлагалось выбрать уровень сложности простой. Я уже говорил об этом. Твою мать, твою мать, твою мать! Ой, 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 ой. Предлагаю себе выбрать уровень сложности обычный и простой. Отличие было в том, что в простом уровне сложности были вроде как... Твою мать, я даже не прыгнул, я даже не нажал на кнопку прыжка. Короче говоря, в том, что вот такие уровни писали, что они будут короче или что-то в этом роде, а что на более сложном уровне сложности они длиннее. Так, все. Я вот так и останусь там висеть. Господи, это же слишком жестоко. У этой игры есть какое-то возрастное ограничение. Хотя у медбоя-то не было, по-моему. Так, хорошо, хорошо. Аккуратно, господи, наш труп висит. Причем боль такой прозрачненький. Да, я это сделал! Ведь... Я сделаю эту игру. Так, здесь, наверное, главное не прыгать, да? То есть я могу вот так проходить. Главное не прыгать, сохраняемся. Я не могу сохраниться, но я могу сохраниться здесь. Я могу этого засранца закинуть на шипы. Ха, банан тебе, получи. Шипы эти слишком мощные. Отлично. Класс. Вот эти шипы, это то, что нам надо. Так, сохранимся чуть-чуть дальше. После того, как преодолеем эту преграду. Здесь не я. Ай-яй-яй, вот здесь хорошо, ладно. Уговорили. Там, оказывается, скользкий пол. Причем он скользит в сторону, в которую я смотрю. Если я буду смотреть сюда... А, нет-нет-нет, да-да-да. Да-да-да, он скользит в сторону, он скользит по инерции. Понятно. То есть как лед работает, хорошо. А, ай, ай, а, вот видите, насколько жестоко эта игра поступает. Она не дает времени на то, чтобы исправить ошибки. То есть за ошибки все она нас наказывает. Если вы упали в эту хрень, то скорее всего вы оттуда уже не выберетесь. Все, теперь там два трупа этой несчастной девочки. Почему она девочка, мне интересно? И почему именно руки клешни, я понять не могу. А, почему воздух? Слушайте, а в воздухе она тормозит.
То есть это работает таким образом, что я скольжу, а в воздухе она тормозит. О! Просто великолепно получилось. Все! Фу. Ой, ракообразная девочка, ты мне так все нервы вытрешь. Эй, ранг С. Хорошо, а мне засчиталось, что я собрал все? Нет, мне засчиталось, что я собрал только 5 страничек из 6. Блин, где я мог пропустить одну? Там было очень много мест, которые я мог сходить. А что еще? Комбо на 12 очей, да? Save Seagills, 14 штук мы сделали. Grim Harvest 39 и 45, я не знаю, что это такое. Grim, точнее. Наверное, это враги или что-то в этом роде, хер знает. Окей, ладно. Так, ты еще кто такой?